Медсестра в Шымкенте уволилась с больницы и стала заниматься закладкой наркотиков. Правда, развернуться в этом нелегальном бизнесе ей не удалось. Ее задержали с 20 разовыми дозами. Синтетику бывшая медработница пыталась скинуть под свою машину. Но этот трюк с полицейскими не прошел. В салоне же авто нашли еще рулон с гашишем и под ковриком складной нож. Предположительно, им автоледи рыла тайники. В настоящее время по данному факту Енбекшинским районным управлением полиции проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемая находится под стражей.